Встреча прокуроров впервые прошла в таком формате. На заседании говорили о необходимости укрепления сотрудничества между странами БРИКС и обеспечении прав и свобод человека. Руководители прокуратур одобрили эту концепцию и решили проводить такие встречи как минимум два раза в год. В 2016 году в БРИКС председательствует Индия, но прокурор Китайской Народной Республики предложил провести следующую встречу в своей стране в рамках заседания Шанхайской организации сотрудничества. Генпрокурор России Юрий Чайка выразил уверенность в том, что принятые по итогам встреч решения выведут взаимодействие ведомств пяти государств на новый уровень. После встречи прокуроры отправились в сочинский санаторий «Электроника». На его территории была высажена памятная аллея. Юрий Чайка, к слову, высадил здесь уже 20-ю по счету тую.